Ну, приехали. Чё такое? Да, они не шутили. Сейф конкретный. Насколько конкретный, Скотти? Это Карбондейл. Образца 1910-го. Сделан из той же стали, что и Титаник. О, справишься? Видишь, в чем штука? Эта сталь плохо переносит холод. Помнишь, что натворил айсберг? Да, он убил Ди Каприо. Он всех убил. Не, старушенция выжила, и брюлик в океане утопила. Делаешь? Залил воду в замочный механизм и подморозил азотом. Лед расширяется, а сталь нет. А сейчас что делаешь? Жду. Отлично. Че там? Деньги? Камни? Тут костюм! Что? Старый... мотокомбинезон. То есть ни денег, ни брюликов нет? Ничего. Зря напрягался. Ну, извини, Скотти. Сегодня повезло.